Мы собрали 4 любителей литературы. Они должны отгадать литературного персонажа, загаданного на карточке. Они по очереди задают друг другу вопросы, ответы на которые только да или нет. А вы и так знаете, ведь для вас они как открытая книга. Девочки, скажите, пожалуйста, мой герой имеет цвет? Цвет? Да. Да. Как ты далеко зашла. Так. Хорошо. Так, так, а что? Ага, что он делает, да нет. Я это не могу просто задать. Хорошо. Высокий ли он? Нет. Так. Мой персонаж молодой? Можно тебя, пожалуйста? Спорный вопрос, относительно, да. Так, это не четче, пожалуйста, сформулируйте вопрос. Так, интересно. Это я женщина? Нет. Нет. Ясно. Я тоже хочу вопрос задать. Я женского пола? А можно, пожалуйста? Нет. Понятно. Попротивируйте переход хода. Что ты сомневаешься в моем роде? Я персон... Ну ладно, я женского рода? Нет. Это не считается женского? Нет, не считается. О, так там. Так, да, тогда да, я... другой отвечает. Тогда я одушевленный персонаж? Да, да. Угу. Хорошо. Я пою песни? Ну, вообще нет. Нет, подождите. Смотря как... Ты больше ты танцуешь. Да, ты больше пляшешь, да. Я запутаю, наверное, тебя сейчас. Так. Да нет, да не нет, пою. Нет, не пою. Тоже не поешь, все. Не пою. Так, я не женский персонаж. Кстати, да, я живой персонаж? Да. Ага. Я мужского рода? Угу. Да. Так, молодой относительно, значит, я какое-то мифическое существо. Да? Из сказки. Да. Да. Хотя мы тут... Да. 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 Хорошо. А, это русская сказка? Нет. Нет. Угу. Все хорошо. Так. Угу. Я добрый? Добрая? Добрый. Я же мальчик, получается. Ну, мужского рода же. Нет. А я не женского. Я, то есть, оно? Да. Оно? Я добрая? Добрые? Сложный вопрос, потому что мы не читали. Почему? Нет. Я не читала. Я читала и смотрела. Ну... Же... Нет, тут можно сказать нет. Нет, да, тут нет, да. Понятно. Боже. Ну, а есть список вопросов? Такие уже исчерпали, да? Так, значит, не женского рода, но по вашим словам и не мужского. Да. Не мужского, что-то среднее. Да, что-то среднее между, да. Это из сказки? Да. Это... А повторять вопросы оппонентов можно? Да, можно. Конечно. Из русской? Да. Лихо одноглазые? Нет. Нет. Черт. А хотелось очень, да? Так, а я сказочный персонаж? Да. Тоже хотела бы сказать. Из русской сказки? А я не знаю. Подождите. Это русская сказка? Написал. Вопрос. Написал, это не русский. Не русский... Но русские очень любят. И адаптации просто есть русские. Так, подожди, не русская эта сказка. Не русская сказка. Не русская. Нет, не русская. Ага. Все, до свидания. Нет, значит, да. Так, не русская сказка. А мультфильм есть? Да. Да. Да, мультфильм есть. Уже сужается поиск. Советский мультфильм? Нет. Окей. Дисней. Так, тоже по поводу мультик есть? Так, а я мальчик, да? Не знаю. Что еще раз мультик есть? Можно посмотреть? Я сказка. Нет, не мультик. Сказка. Это художественный фильм, да? Все, нет, значит. Все. Так, штраф. Минус 500 очков. Гриффиндору. А ты нет. Да, я вообще... А, я из русской сказки. Да-да. Есть ли мультфильм советский для меня? Да. Смотрела. Ты смотрел советский мультфильм? Господи, ну конечно. Молодец. Так.
«Оно», да? «Сказки русские». Друзья, я прошу прощения. Начинается тяжелый процесс логический. Окей. Как же задать вопрос? Ну, давай. Этого персонажа есть хозяин? Нет, госпожа. Нет. Так, скажите, пожалуйста, это животное? Да. Так. Животное иностранное. Не Винни-Пух? Нет. Дальше. Иностранное. Винни-Пух иностранное, да? А, ну да. Так, это, короче, не советские мультики. Дисней снимал мультфильм? Наверное, по этой попроще чуть-чуть. Наверное, может быть. Нет, не факт. Это почему Дисней не смотрит? Мне кажется, не Дисней. Но мультик есть. Да, да. И вы его видели? Ну да, местами. Фрагменты. А что за вопрос? Стоп! Что-то мы уже не подожди. Но раз это не Дисней и не советский, надо подумать. Так, что, я теперь, да? Да, нет, да. Нет, подождите, а вы мне-то ответили? Ну, конечно. Мы видели, да. Нет, пока что он спустил. А, да. Да, ну все, да. Видели мультик. Девушка. Говорите, говорите. Так. Мужчина, мультфильм. Просто легче было бы, если бы вы знали хотя бы какой страны. Вы знаете, какой страны? Этот мультфильм? К сожалению, нет. Ясно. Ну да, да. Да? Да, ну конечно, да. Так, интересно, интересно. Так, сказка, сказка. Ладно. Так, я мужского рода. О, я животное? Нет? Нет. Ну, конкретно ну, нет. Если животное, прям как... Нет, не животное. Я чудовище? Ты почему подсказываешь? Я чудовище? Нет, не животное. Ой, да, ты чудовище. Но ты нет, не животное, поэтому переходит ход. У меня есть друзья? Поэтому... Как бы нет. Нет, с тобой никто не дружит. А ты про персонажа спрашивал, да? Естественно. Так, друзья, это положительный персонаж? Да, да, достаточно, да. Персонаж. Не в нашей. На Камчатке, конечно. Ну это как бы не мужчина, не женщина, боже мой. Это... Средний род. Оно живое? Нет. Существо? Нет. Не живое? Не живое. Давай, живое существо, имеющее цвет. Так, я еще и имею цвет. Так, мне в глаз ресничка попала. Сказка. Я получу вместе с тобой. Так, 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 так. Да. Еще у меня приходит. Живое. Так, ну... А это... Под Новый год происходит со мной события какие-то? Да, да, да. Под Новый год. Да. Так. Под Новый год иностранное. Happy New Year! Я животное. Боже мой. Ну, успокойся, ты человек. Так. Что задать еще такое? Я забыла, что я спрашивала. Боже, бумажечку. Слушай, да когда видишь, у других какой-то прикол. Я что-то выращиваю? Нет. Нет. Подожди. Подожди. Что он выращивал? Да что он выращивал? А, нет, 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 нет. Цветной персонаж животное. Цветной персонаж животное. Так, я чудовище. Из красавицы чудовище, который, да, такой? Нет, конечно. Нет. Мой любимый мультик так легко. Чудовище. Все вопросы, что я задаю, вы говорите нет. Да. Мой ответ нет. Вот если бы ты какой-то да, задала вопрос, потому что она ближе извините, некоторые даже это не читали. Я оно. Оно. Нет друзей. Да. У тебя нет друзей. Да. Ты не живое, ты спросила еще. Не живое. Я из сказки. Да, сказки. Да. Хорошая сказка. Да, кстати. Горе луковое какое-нибудь. Нет. Чиполлино, на минималку. Опять. Я не положительный герой. Даже? Я не положительный герой, да? Нет. Подожди. Вы сказали не положительный. Подожди, положительный. Спросила, да, я спросила, положительный герой. Вы сказали нет. И перешел ход. Нет. Я не положительный ты герой. Ты по-другому сказала немножко, поэтому мы сказали нет. Ты сказала, добрая ли ты? Я сказала, я положительный герой? Нет, ты сказала, добрая ли ты? Так, ну, ты... качество да. невозможное к этому персонажу. Да, да, да. Подобрать. Я положительный герой? Ну, вообще да. Вообще да. Но добрая ли ты? Это вопрос. Русская сказка. Так, а есть ли фильм на эту сказку? Да, есть.
И сказка, ну, сказка это, и как бы есть мультфильм. Фильм. А мультфильм, мы сказали. И мультфильм, мультфильм есть, и фильм есть, и сказка есть. Все на любой вкус вообще. Так, она живет в мире людей? Она? Оно. Оно? Нет. Нет. Подожди. Нет. Как это? Вот так мы это. Живем, и оно существует. Но она, она знает, наверное. Подожди. Так подожди. Она не из фэнтези мира. Это фэнтези мир? Не фэнтези. В русских сказках? Это русская сказка. Это русская сказка? Действительно оно, как ты говоришь. Да. Но в мире людей этот персонаж не живет. В сказке. Печка? Она же она. Мужской. Да. Печку? Типа, чтобы ответил, оно мое. Все, мы не ответили, да? Хорошо. У моего персонажа есть друзья? Нет. Да, ну... Нет, у него нет друзей. А, точно. Да. Да. У таких друзей нет. Каких вы выбрали персонажей? Так, ладно, я... Так, чудовище. Я должна определить, что я за чудовище. Чудовище. Дракон? Нет. Я думала, я Змей Горыныч. Дальше. Так. А я чудовище? Нет. Кто я вообще? Нет. Ты оно. Ты оно. Чудовище, оно все-таки... Чудовище, оно. Чудовище, оно. Да. А ты рода не имеешь никакого. Тогда же рода нет. Вообще рода нет. Это слово имеет род. И он явно... Не оно? Не оно. Оно. Ну посмотри. Извините, да, имеет род. Так, вот я когда плохо говорю... Приходи, пожалуйста, ко мне на квиз по русскому языку. Нет, тут не относится к русскому языку. Вы дезинформировали человека, нужно прочее. Нет, нет, ты имеешь род. Ты просто не имеешь... Спрашивай, короче. Друзья, спрашивай. Давай вот. Дальше. Так, да. Так, ладно, давайте так. Это фольклор? Фольклор. Да. Фольклор. Можно сказать да. Окей, фольклор. Кто там у нас был? Фольклоре. Мне кажется, у Кати нереально что-то отгадать. Почему? Вообще, я вообще, у меня даже идеи нет. Я только то, что чудовище, а чудовище, ну, уйма. А у меня легкое. Изи! Фольклор, фольклор, господи, боже мой. Он в конце умирает? Нет, он жив. Он всегда будет жить. Он не живет, да? Мой персонаж появляется только в Новый год или постоянно находится среди людей, например? А сложный вопрос, надо, нет, 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 видишь? Нет. Подожди, ну, ты же сказала, ну это нет, ладно, ладно, нет, 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 нет. Угу. Чудовище, не Змей Горыныч. Кощей? Нет. Подождите, так. А это не русская сказка, да? Да, не русская. Так, вы все-таки выяснили, что у меня есть род. Это мужской род? Да. Yes. Ура. Почему я не русская сказка? Реклама. Так, я из сказки, из русской? Нет, нет, это не русская. Нет, это не русская сказка. Я такое же положение. Ох, какие чудовища существуют у нас. Не русская сказка. Просто больше чудовища. А мы до утра здесь? Может, пиццу закажем? Так, сейчас. Додо пицца. Реклама нельзя делать. Так, русская. Сейчас, друзья, русская, да. Среднего рода, из фольклора, даже не знаю, как правильно слово. Не среднего, мужского. Фольклор. Фольклор. Среднего, такого неопределенного рода, даже не среднего, да? Да, да или нет ответа, нет, если брать как... Вот нельзя говорить, вот если... Да, если как вам задавать вопрос, если русский язык, то мужской. А если как, ну, типа... Ну, если нельзя, брать... вот если сейчас подскажем, тогда сразу мужской. Есть. Так, стоп. Да он мужской. Это слово. Мужской. Да. Мужской. Мужской. Мужского рода. Да. Да. То есть я вот это вот... Оно откидываю сразу. Да. Да, да. Угу. Ты лучше спроси, может, там, дышишь ты, не дышишь. Это уже подсказка. Я дышу. Ну, если брать как сказку, то... Дышит же, может, как сказку. Подожди, но мы, может, мы поможем, именно скажем, что он не дышит. Вопрос, конечно, так себе. По сказке он дышит. Ё-моё. Ну, правда, да спроси правильно просто. Водяной? Нет. Все, господи.
Водяной же под землей дышит, у него жабры. Нельзя подсказывать. И Люда такая сердобольная душа, нельзя подсказывать. Как же помочь человеку угадать, да? Так, значит, теперь я. Цветное животное, отвечаю. Цветное животное. Не боже, цветное, а есть цвет. Он вообще есть, кушает, ну, кушать. Да, кушает, кушает, да. Кушает. Кушает. Хорошо питается. Вот, зараза. Так, и хорошо питается, да? Колобок. С иностранной сказки. Так. Колобок наш. Я просто, нет, я пошутила. А подожди, она тоже иностранная? Мне сказали, да, я помню, что я иностранная сказка. Что это персонаж иностранной сказки. Он кушает. И он кушает. Да. Вопрос, конечно, тебе ничем не поможет. Ничем не поможет, да. Так, подумай. Ну, можно нам бумажки поменять? Нет, не надо. Я угадаю сразу, да? С трех раз, с одного раза. Так. Друзей нет, хотя скажите. Слышь, Полина подсказывает, да. Блин, просто ускоряй процесс. Он злобный или добрый? Он злобный? Да. Угу. Да, да. Злобный. Тот еще. Так. Злой. Злой. А злой. Угу. Имеет цвет. Угу. А он дружит с детьми? Нет. Так. А злой разве дружит с детьми? Уже не дружит. Ну мало ли. Он со всеми не дружит, а с детьми дружит. Очень подозрительно. Нет. Ну нет. Так нет, они сюда. Так нет или да, отвечаем. Закрепляемся на чудовище. Угу. Мужского рода. Да. Иностранец. Так. Он злой? Да. Хорошо. Не помогу ничем. Так, он злой. Он в кого-нибудь влюбляется? Да. Поразительно, но они все. Но все равно идей нет. Влюбляется. Я не настолько его смотрела. Ты не настолько его смотрела? Да. Я смотрела много раз. Много раз? Да, уже. Это не имеет отношения к делу. Так, чудовище иностранное, которое влюбляется. Он поет? Ну, нет. По-моему, нет, нет, ну он нет. Он читает рэп, что ли? Тоже нет, это не пение. Раз нет, так. Не его природа, кстати, которая влюбляется. Сказка, зарубежная сказка. Да. Я злое существо? А, я же мужик. Мужского рода. Да. Я же злой. Персонаж. Нет, нет, ты не злой. Ты вроде спрашивала про это, кстати. Да. Мы сказали, что ты не злой. Да? Уже было, что спрашивала. Надо, блин, вести список. Так, ладно. Что там с цветом? Есть у меня цвет? Цвет есть. Зеленый? Нет. Нет. Дальше. Переход хода. Окей. Самый популярный вопрос сегодня. А у меня есть цвет? Подожди. Характерный цвет. Не то, чтобы там стол красного цвета, а вот характерный цвет. Нет, нету. За тобой нет закрепленного цвета, если ты вот так хотела сформулировать вопрос. Так, ну я предположу. Это так. Почему со мной не дружит? Это чудовище из сказки. Ты не спрашивала чудовище, что ты сказала. Это, это чудовище, да, злобное или нет? Это чудовище. Слушайте, а можно считать его чудовищем, я думаю. Не усложняй себе жизнь. Да. Да, это чудовище. Да не чудовище. Да чудовище. Какое двоякое мнение. Нет, так, это иностранный мультфильм. Мультфильм, да? Мультфильм тоже есть. Тоже есть. Ага, ну в основном это сказка. Чудовище, блин, слушай. Ну чудовище, чудовище. Ну да. Действительно, ну, да. Ну как бы да. Так, ну понятно, что не красавица, чудовище уже. Так, цвет имею, детей не люблю, какой-то вятки вообще, какой-то кошмар. Ужас, как можно любить детей не любить? Детей не любить, да. Так. Я больше никогда не буду играть в эту игру. Я думаю, на весь год хватит, да? Так. А что же я делаю тогда? Ладно, нельзя этот вопрос, но да и нет. Я
Что? Кто я? Блин. Ты что, в кружке отразилась? Нет. Я подумала о чудовище. Все, ага. Сейчас. Надеюсь, если мультфильм, этот мультфильм давно показывали? Или... Да, 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 есть. Ну, это давно мультфильм показывали? Есть, вышел и, есть давно. И давно мультфильм. Подожди, вот да или нет, Полина? Да. 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 Давно мультфильм, да? Показывали. То есть, как бы так, это уже время, время уже. Прошло какое-то. Вот, блин, самое интересное, что это очень известный персонаж, наверняка я его, да, знаю. Да, 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 да. Ну, не все знают. Стоп. Ну, не стоп. Да. Не так. Топ. Не, но не топ, не, да? Не топ известный. Но мне кажется, что это один из самых... А вот, может, все, молчу. Ладно. Так, оно странный. Ладно. Он любит деньги. Сложный вопрос. Да? Кто же хлизм? Да нет. Не было речи. Он копит деньги вот так? Нет, нет, нет. Я Гринч? Молодец. Стоп. Все, снято. Можно домой? Но как я понимаю, я что-то делаю. Да? Покажи, пожалуйста. Да. Да? А, да. Да, ты что-то делаешь. Делая выводы по вашему, что, ну, как бы... Не до конца. Гринч. Гринч, который украл Рождество? Нет. Нет. Да, близко. Или нет? Да, да, нет. Ну, близко, спасибо, нет. Все, давай. Так, получается, это старая сказка? Но более современная, понятно. Ближе, да, сюда. Да, больше современная. То есть нет. То есть нет. Это подсказал. Правда, так душно стало, ужас. Значит, я... Правила, ну, соблюдала. Так, подожди, все опять у меня это вот все недышащее. Я не знаю. Первая буква В? Нет. Нет. Сложно. Так. С этого круга можете начинать друг другу подсказывать. А то это надолго, да? А то да. Нет, дело не в этом, просто мы переборщили немножечко, судя по всему. По времени. Очень переборщили. Хорошо, хорошо. Ну, короче, ты у нас животное. Я животное, имею цвет чудовищного вида. Вида, да. Чудовищного вида. Вот. Перебирать животных? Как тебе такой вариант? А животных, да, да, перебирать? Да. Я не, да, помню, Люда спрашивала большой, маленький? Нет, не спрашивала большой или маленький. Нет, она спрашивала... Сказка? Высокий ли она? Она спрашивала. Мы сказали нет. Ты невысокий. Ты невысокий. Невысокий. Невысокие животные. Невысокий, не люблю животный. Детей. Да, невысокий животный. Совсем невысокий, я бы сказала. Совсем маленький. Мои соседи сказали. Но если сравнивать с родичами, больше, выше. Ну, как бы, типа. Но если с людьми... Все, забудь это, что Полина сказала. Не снимай. Если спрашивать. Животное, перебирай. Олень. Чудовище маленькое, низкое. Ну, это чтобы... Получается, я что-то делаю с Рождеством. А, нет. Я что-то краду, получается. Да. Спасибо, Люд. Нет, уже было, давай ты. Так, а я большое? Большое, большое. У тебя много что может поместиться, да? Да. Думаем. Так, я из сказки, которую вы не смотрели. Я смотрела, я смотрела. Есть книга, есть... Есть художественный фильм. Фильм есть. Хорошая? Нет. Хорошая сказка? Вообще классная. Очень классная сказка. Кстати, все части мне понравились. Так. Несколько частей. Я иду. Нет, 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 нет. В Европу. Несколько частей? Несколько частей, давай. Десятое королевство? Ну, в то же время примерно. Моя зайка. Обожаю Десятое королевство вообще. Да, не, ну. Дальше. Нет. Нет. Слушайте. Да. Я новогодний персонаж? Только новогодний. Да, новогодний. А как в фольклоре может быть новогодний персонаж? Ну, он как бы к фольклору относится, потому что, ну, снят в советское время. Да, да, да. Ты знаешь, что такое фольклор? Знаем, что такое фольклор, значит, ну, вообще слушай, не относится, а давай-ка ты... к, собственно, к фольклору, но просто вот я... оттуда как бы взята вот основа фольклора этой сказки. Я за тебя. То есть новогодний, новогодний персонаж. Вот, конкретно новогодний. Новогодний конкретный, да, сказка. Он появляется в новогодней сказке. Ночь. Только в новогодней. Перебирай появляется только, да, в новогоднюю ночь. Да. Телевизор из сказки, да. Я несчастный. Какой-то недышащий персонаж. Он не несчастный, он улыбчивый, он очень веселый добрый. И добрый. Да.
Так он же не... А, он положительный. Он положительный. Положительный, да. Положительный. Не будем ее путать. Там не мы настолько близко с ним знакомы, чтобы утверждать, добрый он или нет. Персонаж. Но знаешь, что на Камчатке он не добрый. Только в новогоднюю ночь. И то не постоянно, только в этой сказке. Но он же не Дед Мороз же. Нет. А, близко. Нет, нет. Давай. Нет, там было. Нет. Она же так делает мне. Он же нет, нет, нет. Я сказала, он же не Дед Мороз, надо ответить «да». Нет, да. Не Дед Мороз. Не Дед Мороз. Сильный русский язык. Маленький имеет цвет, злобный. Злобный вообще. И еще и старый мультфильм. Чудовище. Чудовище. Вообще в голову ничего не приходит. Не дышит. Вообще не животных перебирай. Животное. Не олень. Маленький, маленький. Маленькое животное. Маленькое животное. Суслик. Какой суслик? Близко. Да все не суслик. Не суслик. Близко к сусликам. Да, подумай. Суслик. Гринч, который что-то крадет. Ваши сердца? Нет. Дальше мы. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Гринч, который крадет. Правильно это? Да. Без которой. И что-то последнее я должна. Да. Без которой. Просто Гринч крадет. Да. Хорошо. Да. И последнее, и мне осталось последнее слово угадать. Да. Хорошо. Я не десятое королевство. Нет. Ты не десятое королевство. Хуже. У меня много хуже. Что. Да. Влазит, входит, влазит, да. Да. Входит и выходит. Замечательно выходит. Да. Так, ну. Давай, давай, давай. Ну. Волшебник страны Оз? Нет. Нет. Это более старшая сказка. А здесь это ближе прям вот. Да. Как «Десятое королевство», еще чуть-чуть ближе даже сюда. Да, да, да. «Десятое королевство» вообще старое. Но я говорю, еще ближе сюда по времени. Сюда куда? По времени снято. Снято по времени, да. Более современное, скажем так. Ну давай, задавай вопросы, так чтобы мы отвечали «да», «нет». Смотри. Можно домой? Я походила на уроки русского языка. Давай, скажу тебе всю свою мощь. Так. Все, я у меня устал мозг. Значит, советский мультик появляется, персонаж положительный появляется только в новогоднюю ночь, он не дышит, среди людей не живет. Да. Появляется только в новогоднюю только ночь. Ну, по сказке, по сказке новогоднюю ночь. Грумая, ну, тоже сказка. Только да, эта да, сказка, да. Он появляется да, в да. новогоднюю Если ночь. Если мы берем по сказке, то так. Но это не Дед Мороз. И... Но он совсем с ним заодно. Да, с ним заодно. Они дружат. Они дружат. Как бы смотреть сказки. Да. Друзья, кто дружит с Дедом Морозом? Ну, он как бы там не Дед Мороз, а другое. Да, немножечко, да. Поехали. Так. Ну, вспоминай советские мультфильмы. Давай так. Пойдем от обратного. Там девочка есть. Девочка есть, да. Девочки, но это же Снегурочка женского рода. Это не подходит. Так, смотри. Это сказки лучше выбирай, а не мультики. Сказки. Да, сказки, сказки. Там есть девочка. Девочка есть, да. Который идет к этому персонажу? Несколько. А можно еще подсказки? Давайте, да, ладно. Значит, девочка. Девочка? Я помню, что Дед Мороз, которому было жарко, его мороженому ему всегда дали. Нет, 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 нет. Сказки. Да, Дед Мороз отпадает. Это не мультик, от мультиков уйди. Как сказки, потому что это русская народная сказка. Сказки, я помню, о рыбаке и рыбке. Нет, это авторские сказки, это народная. Народная сказка. Народная сказка? А это не народная? Я говорю, народная сказка. Народная? Что? Следующий нет, вопрос. Да? Я пас. Угу. Подумай пока. Опять подумай. Их было много. Он один из них. Их кто-то предал? Из корьков или из сусликов. Так, из сусликов. Так, хорошо. Скорее, подвид. Подвид суслика? Ты на кролика похож. Ну, развивай, развивай. Какой год я родилась? Какой? Крыса какая-то. Мышь. Мышь. Угу. Мышь, да. Да, мышь, да. Это которая, мышь, которая готовит, что ли? Это ртатуй? Нет, это не ртатуй. Это злобный. У тебя злобный. Ртатуй хороший. Ртатуй хороший. А это злобная крыса какая-то. Мышь. Злобная мышь. Мышь злобная. Чудовище. Злобная мышь. Еще и чудовище. Еще и чудовище. Это которая сказка. Все, я сейчас. Снежная королева. Нет. Нет, Снежная королева другой. Да, думаю. Так, Гринч, который... Гринч крадет елку. Нет. Нет. Ладно. Дальше.
Ладно, буду говорить предмет, по-другому будем тишь. Короче, проще гадать, да? Сказки, которые выходили недавно. Это фильм. Вспоминай фильмы, у которых есть там несколько частей. Давай так подумаем. Несколько частей. И там существует ты, существуешь ты, в которую все отлично входит и выходит. И главные персонажи — дети. Да. Я. Но это не главный персонаж. Вот, ну, это, может, ты тоже смотрела. Да, скорее всего, смотрела. Да, скорее всего. И название у него такое. Да. И у тебя название длинное? Нет. Нет. Ну, из нескольких слов, но само вот если так. Кстати, вот да, вот в фильме есть название тебя, да. Да. Где там название? А вот, полное название так и называется, да. Гарри Поттер. А, нет, нет. Откуда, куда? Нет, не Гарри Поттер. Дальше, оно. Не Гарри Поттер, думаю. Давай. А, я же не оно. Так, я давайте разбираться. Да, давай. Советский. У меня такое ощущение, что много. Я это не смотрела. У вас много. Ты смотрела. 12 месяцев. Умница. Да, молодец. Дальше, дальше. Да, господи. Да, да. Вот, да. А теперь надо угадать, какой. Просто говори, перебирай. А месяц надо угадать? Да, подождите. Появляется только в Новый год. Ну, да. Там по мультфильму они попадают, ну, появляются только в Новый год. Они да. все там тусят в Новый год. В Новый год. Ну, получается, что это либо декабрь, либо январь? Нет. Нет. Ни тот, ни другой. Ты один из месяцев, да, должна угадать. Хотя бы спроси, не знаю, там, весна, зима, ну, да, сейчас спрошу. Да, давай, спроси. Что ты за мышь такая иностранная? Я не помню. Мышь? Мутант. Давай, вот так вот. Мышь, мутант, еще и маленький. Еще и маленький. Тогда это не щелкунчик? Да, 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 да. Кто там был мышь? А, ну, трехголовый это да, был. Да, как он зовется-то? А я не помню. Он же носил кое-что на голове, значит. Ну, корону. Кем? А кем он был? Король. Да. Ушей. Да. Ну, а прилагательный. Прилагательный. Король. Как? Чей? Какой? Чей король? Прилагательный. Мышиный король. Мышиный король, молодец, все. Да. Мышиный король теперь что делает? Да, да? Что делает? Мышиный король. Что он там играл? Подождите. Он не ключи он забирал. Не... Причем? Подожди. Мышиный король. Он из этой, значит. А, так, я должна угадать. Я краду какой-то предмет. Гринч крадет какой-то предмет. Правильно? Да. Да, это предмет. Неодушевленный предмет. Неодушевленный. Неодушевленный предмет. Он есть у кого-нибудь дома? Он дома есть? Он уже есть у некоторых дома. К Новому году. К Новому году. Ты настолько подсказки! Она вообще отгадала. Вряд ли это салат мимозы, конечно. Но вариант хороший. Да, хороший салат. Приготовить надо будет на Новый год. Так, уже есть дома. Оно светится? Нет, ну, даже... смотря у кого. У кого у некоторых светится. Ёлка? Нет. Ты уже говорила ёлка. Нет, не ёлка. Телепорт какой? Нет. Не телепорт, не телепорт. Не фантастическое. Да. Но это он, вот прям обычное. Он исполняет функцию портала, вот так. Да. Подумай. Машина времени? Нет. Нет, 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 нет. Можно сказать, что это у каждого дома есть. Да, кстати. Давайте ко мне. Давай. Давай. Думаю. Итак, пока. Месяц, давай. Месяц. Ладно. Просто перебирай. Этот месяц. Это летний месяц. Нет. А, нет. Да, ё-моё. Ух ты, как. Так, мышиный король. Крадет что-то? Нет. Нет. Нет, дальше тогда. Я краду. Ты крадешь. Ты крадешь. То, что может светиться. И есть у не обязательно. Не обязательно. Но может светиться. Ну, может. И есть у кого-то уже дома. Да. Но не у всех. Но не у всех. Но ближе к Новому году будет у всех? Да. Знаешь. Ну все, ты угадала. Да нет. Мне пока нет идей. Подарки? Молодец! Гринч крадет подарки. Продолжают опрос. Давай. Да. Ну, знаете, если это не летний, но два зимних я уже назвала. Ага. Угу. Получается, весенний? Да. Да. Три варианта. У меня три варианта. А кто у нас весна? Март, апрель, май. Моргните, ну столько раз. Ладно. Подождите. Я ей моргнула на браку. Она просмотрела другую сторону. А он с капелью, да, наверное?
Скрипит? Рифмуется. Да. Апрель. Молодец. Да, молодец, правильно. Значит, месяц апрель, да? Да. Так. Месяц апрель, и он что-то делает. Да. Он да. что-то делает. Так, у тебя, у тебя. У меня вот. Подожди, а что он там сделал? Он там колечко подарил? Обирать кольцо назад? Нет. Нет. Так, ладно, мышиный король. Да. А, исчезает. Нет. Прячется вдали. Нет. Ты спроси, какое это действие? Хорошее, плохое, вот тоже вот, как она там улавливает момент. Но если что, он делает тоже это по истории. То есть вот можно так отталкиваться. Давай, предмет, в который можно что-то вложить. Ты вспомнила дома, что у тебя еще есть, кроме сумки? Сокровищами. Я представляю, она такая, Ларец такая, пытаюсь... открывает. Так, что же я сегодня одену? Такая, платье? Шкаф. Так, да, шкаф. Молодец, ты шкаф. Как ее? Да, давай. Я забыла, как он называется. Фильм? Да, давай. Где они в шкаф входили? Да. Я забыла, как он и не выходили. Вот ты уже даже показала часть действия. Да, кстати. Ну, да. Часть действия показала руками. Открываю. Открывает. Да. Что? Дверь. Нет. По-другому. Шкаф открывает. Шкаф открывает. Дверь. Все. Нет, не дверь. Давай. Нет, не дверь. Значит, месяц. Да, апрель. Апрюль. Чтобы выросли с подснежники, снег не вызывает. Мы уже разобрались. Снег не вызывает. Но что-то должно быть с подснежниками. Слово подснежники же тут. Нет. Так, мышиный король, какое-то положительное у него действие? Или нет, не отрицательное действие. Отрицательное у него. Действие, да. А я ответила нет, это все, да? Вот видите, расслабились, не задаем правильный вопрос. Ладно, давай, неположительное. Так, значит, неположительное, плохое действие. Да. Убивает? Нет. Шкаф открывает. Заколдовывает. Все. Мне сказать, шкаф открывает вот это? Да. Да. Вот что мы делаем? Что это? Идете. Так. А как? А если он существительное? Он был закрыт, а теперь он открыт. Теперь с приставкой. А так он считается? Шкаф открывает с приставкой. Ничего, девочки, это перебор. Это перебор. Перебор? Почти. Когда ты супер мастер свой, ты просто... Проход. Да. Молодец. Шкаф открывает проход. В эту... Да, в эту название. Вернемся к нашим делам. Апрельский. Ты можешь, прежде чем мы к Кате перейдем, подумать, как, вспомнить название. Не то, что вспомнить название, то есть, чтобы на ассоциацию сработало, может, там, какое-нибудь, на что похоже слово, типа, такого. А можно мне даже какую-нибудь подсказку? Так мы тебе уже сказали, что ты топишь лед, но чтобы топить лед, апрелю что нужно было сделать по сказке? Потому что посреди зимы это было. Да. Он колечко бросил в озеро. Колечко бросил, да. Обручальное колечко. Что он этим действием делает, бросая колечко? Ну это типа топит за наших. Он идет против чего-то, против системы. Да. Теперь по-другому сказать это надо. Вот это вот против системы по-другому скажи слово. Да. Апрель. Месяц апрель. Да. Идет. Что делает? Не идет? Нет. Мышиный король гадает. Нет. Выживу, не выживу. Дальше, Юля, давай. У меня шапка упала. Я думала, что тебе подсказать. Можно снять шапку? Я так и не вспомнила эту страну. Какая там буква? Н? Н, правильно. Нормально. Близко. Нар. Было. Но там дальше другие буквы. Нар. Нар. Норвегия. Да нет. Не Норвегия. Там что-то Но нар. Сказочный. Нар. Думай. Да. Дальше. Нарния. Нарница. Ура. Снимай. А нет, подожди, целиком. Шкаф открывает проход в Нарнию. Молодец.
Ура! Жесть, просто жесть. Да, отлично вообще, мне нравится. Так, месяц апрель, да. Значит, идет против системы по-другому. Да. Естественно, пока вы тут шутки шутили, да. Я не подумала. Апрель идет против системы, он что делает? Нарушает. Молодец. Так, подождите, месяц апрель нарушает правила. Просто апрель нарушает правила. Еще два слова. Дорожного движения. Нет, нет. Там нет. Но месяц, а без месяц просто апрель нарушает. Да. Что он нарушает для этой девочки? Да, для того, ну, законы природы. Не, ну, не ну да. Да, да, но это... Но тут прям вот они все стоят, и что он нарушает? Да, то есть месяц он же какой-то цифры идет, а это что у нас? Ну, так что он нарушил? Он стоит где? Порядок чисел. Близко, вообще близко, прям. Да. Угу. Апрель нарушает. Слово порядок оставляем? Нет. 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 Ну, мне кажется, мне Гоша сейчас сердечко показал. В магазине ты где стоишь? В магазине стоит. Очередь. Да. Очередность. Да. Да. Да, да, да. Чего? Чего? Апрель нарушает очередность. Чего? Он... Мода. Нет. Ну, а нет. В году что есть? Месяцы. Вот. Да. Давайте полностью. Апрель нарушает очередность месяца? Да. Да. Серьезно? Я думала, ты не отгадаешь. А теперь ты. Давай. За то, чтобы будет проще. Да, нет, да, нет. Только тебе теперь отвечать будем. Да. Слушай, ну в индийских сериалах, когда что-то происходит... Каких? В индийских. В индийских? Да. Это главная тема. Да. Я тебе... Он обидел мою сестру. Он убил мою семью. И начинает танцевать. Месть мстит. Да-да-да-да-да. Машинный король мстит. Кому? Чему? Щелкунчику. Да. С Новым годом! Чтобы каждый из вас не прощелкал свое счастье в новом году. Чтобы в новом году никто не крал ваши подарки. Чтобы все двери перед вами открывались. Но пусть в этом году апрель все-таки будет весенним месяцем.